уроженец Азербайджана Курбан Абасов, заслуженный артист Украины. Он впервые познакомился с традиционной украинской кухней благодаря своей теще, которая приготовила ему настоящий украинский борщ. Певец и сейчас отлично помнит его вкус. Она мне угостила свое фирменное, как говорится, блюдо, борщ с томатом и с такие головки, это самое, селедка или что-то такое, глазки такие плавные. Свои традиционные блюда представляют греки, гагаузы, буряты, армяне. И это только начало. Почти 20 этносов знакомят киевлян с особенностью своей кухни. Здесь можно попробовать также и настоящую немецкую кухню. Эмма Носки хранит рецепты своей мамы как самое драгоценное. Ее предки жили в Житомирской области и назывались волынскими немцами. На сегодняшнем празднике она приготовила традиционный немецкий паштет из не совсем привычных компонентов. Он называется творожной паштет, но название творожной ошибочно. Да, там есть компонент творога, но это мясной паштет, который соединен с творогом. По легенде, немецкие пахари должны были питаться сытной пищей. Овощи были только осенью и зимой, а вот творог и мясо круглый год. Поэтому немцам пришлось соединить, казалось, несоединимые продукты – творог и мясо. Пахарь должен кушать сытно и много. А вот корейская община решила приготовить не обычные блюда, а праздничные. Однако практически у всех корейских блюд в составе есть нечто общее – это горький перец. По словам Натальи Варич, главы Ассоциации корейцев, свои кулинарные традиции этот народ сумел сохранить в неизменном виде с 2000 года до нашей эры. Именно тогда, по легенде, был создан корейский национальный костюм, палочки для еды и сама кухня. Еда тоже преобладает. Вот рисовая, палочками, и допустим, и овощи, кимчи называется, все они маринованные, прошли процесс брожения. Это все малокалорийная еда. И поэтому кореянки все стройные, ну, за исключением меня, поскольку я живу на Украине. Самим украинцам национальные блюда других народов пришлись по душе, а главное – по желудку. Ну, мне сподобалась, в принципе, кухня румынская. Мне понравилась румынская кухня. Там очень вкусные голубцы. Но все попробовать просто невозможно. И еще я хочу отметить кухню татарскую. Это такие сладкие чак-чак, их национальное очень вкусное блюдо. На этом празднике вкуса каждый смог найти свое любимое блюдо и вдоволь насладиться им. Еще бы, ведь до следующего фестиваля ждать целый год. NTD, Киев, Украина.